немецкому СТ ПЦ-4Д. Это линейная СТ-шка 4 уровня, и появилась она в World of Tanks версии 0.9.0. Появилась она вместе со своим младшим собратом ПЦ-4А, и старый классический добрый ПЦ-4 у нас превратился в 0.9.0 в ПЦ-4H. Вот такая интересная ситуация. То есть фактически у нас теперь в игре 4 танка ПЦ-4. Четвертый это, конечно же, ПЦ-4 Шмальтурм. К сожалению, все вот эти прекрасные 4 танка подверглись, на мой взгляд, необоснованному нерфу. А именно максимальная скорость этих всех 4 машин была снижена до 42 км в час. А до версии 0.9.0 максималка у них была 48 км в час. При этом вы поймете по нашему видео, что на самом-то деле эти танки могут ехать значительно быстрее. И на мой взгляд, было бы гораздо интереснее, если бы у этих танков была бы максималка, например, 50 или даже 60 км в час. Благо динамика и динамические характеристики практически всего этого модельного ряда позволяют нам ездить именно с высокими скоростями. Но давайте теперь перейдем непосредственно к ПЦ-4Д. Выпуск этой модификации начался в октябре 1939 года, и основными отличиями стало усиленное бронирование и наружное расположение морской пушки. Всего выпустили чуть больше 200 машин во время Второй мировой войны. 5 членов экипажа – это типичная конфигурация для немецких СТ-шек. Напомню, что это 4 уровень, а значит, что у нас машина в топе будет не всегда, а будет зачастую встречаться и с машинами 5 и даже 6 уровня. Бронирование, откровенно говоря, слабенькое. То есть бронирование, например, корпуса всего-навсего с бортов 20 мм. Поговорим о орудии. Бронепробиваемость орудия на самом деле очень неплохая, хотя некоторые говорят, что недостаточная. На мой взгляд, очень даже приличная бронепробиваемость для 4 уровня. Особенно если вспомнить таких страдающих, как Valentine 2 или Durbruchswagen 2. Тоже танки 4 уровня, но они не могут похвастаться таким бронепробитием. 103 ББшками и 139 подкалиберными. Урон 110 единиц, а скорострельность 15 выстрелов в минуту. Точность, в принципе, неплохая, особенно с учетом того, что это СТ-шка, которая работает на дистанциях средних и близких. Точность 0.4. Сведение 2,5 секунды, так, вполне себе нормально, хотя, конечно, могло бы быть и лучше. Обзор вполне себе приличный для 4 уровня, 340 метров. Рация тоже неплохая, 415 метров, хотя у некоторых немецких машин рация бывает значительно лучше. У того же Хетцера, например, рация 615 метров. И что же дает нам ПЦ-4? А ПЦ-4 нам дает хороший двигатель в 440 лошадиных сил при массе в 20 тонн. То есть энерговооруженность 21,5 лошадиных сил на тонну. Собственно, динамику танка вы увидели уже в видео. Вы понимаете, что это действительно настоящий СТ, который может бодро разгоняться, который может бодро кого-то таранить, если вдруг встретит кого-то более легкого. Ну и, разумеется, может наносить много урона с хорошим уровнем пробития для СТ-шки 4 уровня, я подчеркиваю. Действительно, с этим все очень хорошо. Снаряды у нас очень и очень недорогие. Те же ББшечки стоят всего-навсего 70 серебра, а подкалиберы стоят, ну, конечно же, дорого. Это все-таки голдовые снаряды, 2800 серебра. То есть ими старайтесь, конечно же, не особо раскидываться. Хотя, если вы попадете в бой 6 уровня, как этот бой, который вы сейчас смотрите, то тут уже будет не до шуток. Тут вам обязательно придется периодически использовать подкалиберные снаряды. Либо на дальних дистанциях, как это делал я, либо на ближних, когда от вас зависит картина боя и когда вы вынуждены, попадая в бой 4 или даже 6 уровня, когда вы вынуждены в этот бой наносить урон и тащить этот бой. Осталось добавить, что углы склонения у орудия не чета по нерфленным у ПЦ-4H, а составляют от 10 градусов вниз до 20 градусов вверх. То есть великолепные как углы склонения, так и углы возвышения перекрывают практически все возможные варианты на поле боя. Да и скорость вращения башни 44 градуса в секунду очень даже неплохая.
бой! Не пробил. Не пробил. Есть пробитие. Броня не пробита. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Есть попадание. Попадание. Есть пробитие. Готов. Понял. Есть оставить цель. Цель захвачена. Не пробил. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Готов. Цель захвачена. Пробитие. Есть пробитие. Готов. Пробитие. Цель захвачена. Оставить цель. Готов. Есть пробитие.
Уничтожен. Мы посмотрели, какие функциональности уже есть в других играх. И это свинья-копилка. То есть свинка-копилка — это такое... Мы ее так называем здесь, внутри, потому что нам так проще, чем выговариваете резервное хранилище. Это такое формальное название.